Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, канал Unreal Lagoon, и я сегодня хочу вам показать нововведение в игре «Первый день» от студии Bad Wolf Games. Единственное, что я столкнулся с очень странной фигней, а именно при, скажем так, заходе в загрузки, где, по идее, должен быть мой мир, моего мира там не было, там был мир, который называется фан-сервис, я его, значит, загрузил, и тут уже есть база, столовая, причем, что самое интересное, почему-то название мое, моей базы. Тут пришел. Тамерлан. Вот, и есть, значит, у меня три чувака. В голове не укладывается. Уже три чувака, и вот они, кстати, почему-то сами между собой что-то болтают, едят, я так понял. Нора начал скучать. Вот, что прикольно. То, что у нас уже выводились раньше сообщения о повышении уровня или то, что там кто-то скучает, это было. Вот, но теперь наши ребятишки еще и что-то, когда говорят, у них появляется надпись над головой. Похоже, мой нос скоро отвалится. Вот, но она скелится немножко странновато, но в принципе нормально. То есть мы видим, что у нас говорит человек. Так, атакуйте. Во, Вася прокачался. То есть, короче, не знаю, что случилось с моим миром. Там у меня он был достаточно хорошо уже обделан. О, новый предмет, самодельная броня найден. Прикольно. Не могу поверить. Вот, то есть... замагнуть, а я уже там. В плане управляемости, кстати, по-моему, подтянул Саша немножко еще производительности, я так смотрю. Подвигаюсь. Вроде нормально. Сейчас все двигается. Вот. То есть, видимо, да, какие-то вот такие визуальные улучшения были проделаны и с точки зрения текста, и с точки зрения производительности. Никогда нельзя терять оптимизм. Вот. Но что самое главное? Самое главное, у нас теперь доступны турели. Новые. Давайте-ка мы попробуем, не знаю, получится скрафтить. Хотя бы одну скрафтить. Так, огнемет у нас уже был. Огнемет был. Так, лагерь в его финальной версии, как он должен выглядеть. Что у нас есть? Так, вот, есть у нас стандартная турель. Она теперь у нас потребляет, помимо, по-моему, бензина, потребляет еще и мусор. То есть мусора теперь нужно собирать просто овер дофига. Есть лазерная установка. Вот мне вот интересно, что такое лазерная установка. Нужен уровня 3. База уровня 3. Подожди еще раз. Улучшить. Короче, пусть мои чуваки... Пусть мои чуваки сейчас пойдут поищут мусор. Давайте мы им прям поставим такую задачу. Вообще-то на базу не похоже, подожди. Разве у нас база так обозначается теперь? Она же, по-моему, по-другому как-то. И, кстати, смотрите, некоторые постройки убрали. А, подожди. Производство, вот. Лагерь, хижина, генератор, столов... Не, лагерь сначала нужно поставить. Так-то. Давайте прям рядышком его бахнем. Так. Мы же теперь можем вот так еще переключаться, я забываю иногда. Вернись на базу. Как его вернуть на базу? Вот, Тамерлана мы отправили строить, значит, он сейчас пойдет строить. Так. Если бы я мог вернуться в прошлое, то выбрал бы не Гитлера, а Штейна. И Нору надо отправить на базу. Я что-то не вижу значка отправить на базу. Вот этот что ли? Там же был какой-то значок общий сбор. Но я не помню, где он находится, к сожалению. Так, Васе нужно в туалет. Давайте построим туалет. Вася, давай иди сюда. Так, строить, производство, плат, туалет.
Где-нибудь вот здесь. Уже бегу, словно ветер. Так. Никогда бы не подумал, что буду мечтать о хлебе. Нора, а давай-ка ты на базу вернешься. Мне бы сейчас холодный. Слушай, я просто хочу просто. Реально, не вижу, куда кнопка пропала возвращение. О, кстати, ко мне кто-то идет. Прикольно, что теперь вот так вот обозначается. Раньше такого не было. То есть раньше только по мини-карте можно было определить. Никогда нельзя терять оптимизма. Особенно сейчас. Смотрите-ка, и они сами лечатся. Никогда бы не подумал, что буду мечтать о хлебе. Если им заняться нечем. Короче, боты еще поумнели к тому же. Помимо удобств в управлении и в обозначении всего подряд, они еще стали умнее. Это хорошо. Предупреждение о буре. Смотрите-ка, добавилась еще погода. По-моему, раньше этого тоже не было. Вот, я не знаю, может, кто напишет в чате. Не в чате, а в комментариях. А раньше не было вот этого вот погоды, как минимум. То, что Саша писал насчет появления, скажем так, высказывания над головой, это было в Стиме написано. И про турели было написано. Боже, за что ты так с нами? Так, а насколько вы у меня прокачанные, ребятки? Ну, не сильно, но нормально. А, да, помню, что мы можем автоприоритет сделать очкам. Это тоже удобно. Единственное, вот куда-то пропала, блин, кнопка «Всем домой». А, погодите, она, наверное, на базе находится. Лагерь. Нет? А, собрать всех. Вот, блин, это... Это была не кнопка, это была надпись. Вот она. Мне бы сейчас холодный душ. Так, ну... Предупреждение о буре. Но я думаю, что мои ребята не успеют сдохнуть от бури-то. Держать в страхе целое. Им, кстати, надо бы... А потом еще ядерную войну развязать. Здоровье им нужно подправить. Похоже, мой нос скоро отвалится. Гребаная радиация. Так. Что я хотел? А, давайте все-таки мы поищем... Боже, за что ты так с нами? Материальчик. Чтобы наши ребятишки смогли построить мне турельки. Да, боты прям стали реально умнее. Я прям чувствую это. Новый предмет отправа для колеса нашли. Молодцы. То есть, да, все стало удобнее, информативнее по сравнению с тем, что вот я помню еще в первых билдах было. Вот, я так понимаю, что еще и пофиксилось немножко, как это правильно назвать, нужды. То есть, наверное, теперь наши ребята не так часто хотят есть и в туалет. Интересно, что сегодня на обед? Так, вот у Мерлана есть оружие, надо еще кому-то дать. У меня же было еще оружие у кого-то. Так, нет, не навыки, экипировка. Вот, экипировка, оружие. Самопал. Пробегу. Вот только что-то они зомби не хотят атаковать сами по себе. Ну ладно. Слушаю. Так, ну что, нам нужно это изучать, вернее не изучать, а собирать ресы. Поэтому что? Давайте-ка мы будем вкачивать, по-моему, обезьянья лапка. Помогает нам больше всего найти. Да, вот находчивая обезьянка. Качаем по возможности всем, кому можно, чтобы побыстрее нафармить. У меня просто в голове не укладывается. Как же все до такого дошло? Так, до какого значения улучшать? Давайте до 10 поставим. Сохранить для всех. Во, это вообще удобно прям. А, даже для всех.
Для всех навыков. Вот я дубина. Подожди, сброс. Давай так. Один сохранить. Для всех. А теперь сделаем здесь десяточку для каждого. Ой, что я сказал? Ну, вы поняли, короче. Все, включил. А, смотрим теперь, как быстро наши ребята будут набирать ресы. По идее, должны быстро. Так, буря второго уровня. Это уже плохо. Хотя пока мои ребята вроде не умирают. У них не падает здоровье, слава богу. Вот у Норы там что-то про... А, так это и есть Нора. Да вроде нормально, живет, дышит. Да, и у меня, кстати, куда-то убралась кнопка ускорения времени. По-моему, я покупал этот DLC. Но еще раз, в принципе, купить можно, это не проблема. Но, по-моему, она была. Вот. Ну что, пока мои ребята собирают, что можно сказать? Не считая того, что мир как-то странно у меня создался, вот этот мир фан-сервис, я не совсем понял, может он автоматически создается как-то у всех, да? Какой-нибудь тестовый. Вот это непонятная вещь. То, что добавили мысли над... не мысли, а высказывания над головами, это в принципе прикольно, это так, ну... Можно сказать, атмосферно, информативно. Все остальное уже по управлению вроде как было. Да, и вот эти вот автоматические улучшения ставить. То есть это все было. Это тут, по-моему, ничего нового. Вот, по-моему, добавили... Саша добавил требования построек. По-моему, раньше это не нужно было. Но тут я могу ошибаться. То есть, что нужно развивать сначала лагерь. Вот, осталось проверить турельки, что из себя представляют. И в целом все. То есть, DLC-шка была не такая большая. Саша об этом писал в Стиме. Вот, но вот насчет погоды я что-то не помню. По-моему, вообще не было ничего сказано. И то, что она появилась, это здорово. Но, похоже, она пока никак не влияет. А, блин, я максималку набрал. Вот я дубина. Сейчас. Так. Ой, у меня туалет сломали. Ну-ка. Их собрать. Плохо без турели. Ну, ракетная турель, ладно, понятно. Там, по-моему... А, нет, ее не было. Была огнеметная турель. Но с ракетной примерно все ясно. Мне вот интересно, лазерная как из себя... Что она из себя представляет? Так, экипировка, оружие есть? Есть оружие. Пальчики засушу. И вечерком под 100 грамм. Пальчики засушу и вечерком под 100 грамм, сказал наш чувак, разделывая зомби. Нормалек. Так, Нора, а давай-ка мы с тобой вместе построим... Построим мы с тобой. Мы с тобой построим склад. А, вот, вспомнил, как поворачивать предметы. Одна нога тут, другая там. Блин, не хватит материалов.
Они сейчас все на починку потратят, твари. Блин, идите опять мусор собирайте. Ну что вас черти драли, а? Голод. Не успеете соскучиться. Не поминайте лихом. А чё с Нарой? Почему он... Вода есть, пища есть. Туалет не хочет. Да, хорошо, туалет пофиксили, потому что они прям раньше очень сильно хотели в туалет. Очень часто. Это немножко напрягало. И да, они там часто могли между собой разговаривать в ненужное время. А сейчас они вроде как... Когда надо, когда их просишь. Вернее, когда им нечем заняться. А потом еще и ядерную войну развязать. Вот же ублюдок. Вперед. Так, Тамерлан, иди-ка собирай. А Нора займется строительством. Так, надо туалет построить сразу. А то они задолбают с этим туалетом. Словно ветер. Только сначала убить монстра. Все. Поношенный кар 42. А что это такое? Что такое кар 42 поношенный? А, поношенный АК-42. Как же хочется есть. Тю-тю-тю. Ты откуда взялся? Надеюсь, у нас найдется парочка кактусов. Великолепное выйдет рагу. Надеюсь, у нас есть пару кактусов, сказал еще один перс. Так, а, вот. Разрушение тел в действии. Не успеете глаза моргнуть, а я уже там. Подожди-ка, у них в туалете общение прокачивается? Да ладно. Так. Строить. Как там мои ребятки себя чувствуют? Слушай. Вроде нормально. Живые, здоровые. Навыки. Начнем. Там сами прокачиваются. А тут, не знаю, можно... Строительство качнуть. Тут побыстрее все это дело шло. Я знаю, чего не хватает. Не хватает прогресс-бара готовности постройки. Потому что вот сейчас непонятно, когда она построится, сколько он ее будет делать. Вот это было бы хорошо добавить. Поверить, что когда-то меня приводило в бешенство поражение в компьютерной игре. У меня бы сейчас те проблемы. А, не, подожди, есть прогресс-бар. Я туплю, сорян. А, если нажать на персонажа, прогресс-бар появляется. Но было бы все равно удобнее, если бы появлялось над постройкой. Именно. Наверное, мне так кажется. Может быть, вы со мной будете не согласны. У торговцев новые товары. У торговцев? А, торговец это у нас этот же. А... Нора, где ты? Пошлите к торговцу, да. Где он у нас стоит? Здесь, по-моему. Да, вот сидит торговец. Ну-ка посмотрим, что у него там за товары. У него, кстати, здесь этого много, смотрите. Мусора. Бежишь? Долго бежишь.
Там еще монстряка идет. Кстати, насчет монстряк. Блин. Только уйдешь, и уже кто-то приперся. Возвращайтесь на базу. Мне нужна турелька сейчас какая-нибудь. Она мясо жрет. Вот это кусок мяса жрет. Они же жрут друг друга. Я забыл про это. Прикольно. Кстати, бестиарий у меня так и не работает. Я не, вот не знаю, что я должен сделать, чтобы он заработал. Я бы пальчики засушу и вечерком под 100 грамм. Вечерком под 100 грамм. Пальчики я буду жрать. Зомби. Страшного. Грязного, ужасного. Так. Пригодится. Вот смотрите, уже первая песня готова, считай. Как из разряда сталкера, когда они там сидят, байки травят, песни поют. У нас будет свой сталкер со своими баснями. Кстати, мой флаг, если кто не заметил. Всем смотреть на мой флаг. Так, ну давайте, улучшайте уже. Я хочу себе крутую турельку. И как только этого психа так долго... Так, а ты чё здоровье теряешь? А ты где вообще? Вася? Подожди, Вася, а ты чё здоровье теряешь? Дуй домой. Уже иду. Дуй домой скорей. Бегом. Лечите парня. Он же умрет сейчас. Боже, за что ты так с нами? Так, он умирает. Он умирает. Блин, Вася умирает. Лечите Васю скорее. Что? Блин, а что с ним случилось? Почему? Он заразился, что ли, чем-то? Да нет. Психика нормально, туалет нормально. Так, нет ни Эбола, ни бешенства, ни коронавируса. Семья. А почему-то у них залочена любовь и сон. Сон, допустим, ладно, его, по-моему, и не было раньше. А вот любовь... Любовь я не помню, по-моему, была. Они же могут там спать друг с другом в хижине и рожать новое потомство. Это я точно знаю. Так, давайте мы ему вкачаем, не знаю, а у него реген вообще есть хоть какой-нибудь? Чуть есть. Странно, почему-то мышка иногда отказывается работать. Не могу поверить, что когда-то меня приводило в бешенство поражение в компьютерной игре. У меня бы сейчас те проблемы. Да, мне бы тоже сейчас те проблемы, а не те, что сейчас. Так, а где у меня еще один боец-то? Тамерлан, давай, иди собирай. Мне нужны ресы. Не успеете глаза моргнуть, а я уже там. Так, тут где-то монстряка. А, вон он. Да что такое с этой камерой? Во.
Не поминайте лихом. Мне бы сейчас холод. Вроде недалеко. Врагу конец. Так, а тут кто-то большой ходит. Ух ты, крыса, смотрите, какая здоровенная. Возможно, было бы еще неплохо сделать, что... Не успеете соскучиться. Герои атакуют врага, если им нечем заняться, и если они его видят. Но тут могут возникнуть проблемы некоторые. Поэтому не знаю даже, как лучше было бы сделать. Но просто они вот иногда стоят на базе, и... а враг пришел, и они ничего не делают при этом. Я вас скоро буду. Так, Вася. Ты можешь сам себя полечить? Как только это... Уже бегу. Так, лагерь второго уровня есть. Теперь нужен первого. Не вернее, третьего. Чё я сказал? Меня приводило поражение в компьютерной игре. Мне бы сейчас те проблемы. Вот, да, нам нужно улучшить наш... и тогда мы сможем дальше уже работать. Где Тамерлан? Тамерлан умирает потихоньку. А, блин. Я очень хочу построить новые турели. Прям очень хочу построить новые турели. Поэтому давайте-ка мы всех соберем в лагере. Долго ждать не придется. И вот эти ребятки у меня пойдут собирать мусор. А Тамерлан пусть защищает базу и все такое. Заодно в туалет сходит. Застрял почему-то, парень. Так. Иди на базу, убей кого-нибудь. Так, а между тем, мне доступно аж целых 5 человек. Поэтому можно попробовать даже кого-нибудь завербовать, если мы найдем, конечно, кого-нибудь. Вон, вижу, есть одна пометочка. Что нужно? Он вообще живой хоть, этот человек? Нет, его уже... А, нет, смотрите, он сам убил кого-то. Молодец какой. И кто бы мог подумать, что ветерная... Ну-ка, Тамерлашка, давай-ка встреться с человеком. А, нет. Тамерлашка должен остаться на базе. И убивать тварей. А мы, наверное, пошлем кого-нибудь из этих. Че? Если бы я мог вернуться в прошлое. О, пошлем Нору, пожалуй. Эйнштейна. Так, Нора, иди, забери нам нового человека. Поздоровайся с ним. Так, Тамерлашка. Собираешь? Просто молодец. Хочу, чтобы это был сон. Блин, долго Тамерлан собирает. Очень долго. Блин, хочу приручить зомби. По-моему, Саша говорил, что можно будет потом зомби... не зомби, а приручить животное какое-то. Вроде было у него в планах. Но могу сейчас ошибаться, конечно.
Так, Марата, мы приручили. И заодно у нас тут есть... у нас тут есть торгаш. Давайте-ка мы с ним поболтаем. Смотрите-ка, анимация, что они пьют, едят. Так, длина шеи. Поболтать. Что на продажу есть? Можно топливо у него купить. Так, а мы ему что, еды, может, продадим? А, или мусор у него лучше купить. Давайте у него мусор купим. Да, топливо нам нафиг не надо, мусора лучше побольше. Блин, ну он и барыга, смотрите. 400 еды за 1500, за 150. Зараза. Жадная. Так, я не могу почему-то сделку отменить. Как отменить сделку? Не работает кнопка. Никогда нельзя терять оптимизма. Особенно сейчас. Не закрывается окно. Что делать? Может быть, еще сделку совершить какую-то? Блин, я не могу закрыть окно. Я не понимаю, что я нажимаю. Я не могу закрыть окно. Так. Что делать? Как быть? Блин. На самом деле это нифига не смешно. Может, капслок как-нибудь спасет положение. Даже не знаю. Давайте я попробую свернуть игру. Может, нужно куда-то в определенное место тыкнуть? Сбросить прогресс? Нет. Спасибо. Вопрос. Ну не знаю, я все перепробовал, оно не закрывается.
Не, вообще ни в какую. Так, а давайте я придумал гениальную идею. Сохранить. Выйти. Сохраниться, да. Так, снова нажимаем играть, загрузить. Думаю, сейчас должно, по идее, побыстрее все это загрузиться. Вот, и, кстати, не совсем понятно, вот. Так должно быть, да, чтобы мы сами переключали подсказки или нет? Так, не забывайте строить склады. Вот теперь, кстати, склад действительно имеет смысл, потому что нужно очень много всего. Так, и что это у нас тут? Голод. Ага, Марат. Нора. Понятно, пока меня не было, тут все разрушили к фигам. Не, вот трейдить я больше не буду. Это 100%. Потому что это себе дороже. Так, а давайте-ка мы строим лагерь и снова его улучшаем. Блин. Так, не, Вася, ты лучше строй давай. И, кстати, что-то стало с картой. Я не знаю, что это вдруг. Может, помехи такие, типа, потому что ночь. Не знаю, что это значит. Так, собрать всех. Я вас внимательно слушаю. Так, строительство и мне нужен склад. А давайте-ка качнем Марата чуть-чуть, а то он прям совсем слабенький какой. Крыса. Блин, Вася, кажется, заразился. Я хочу, чтобы это был сон. Да, у него заболевание, елки-палки. Интересно, как вообще эти псы приходят к власти? А почему здесь цензура? Непонятно. Это потому, что мы разделывали тушку? И потому что наш герой в туалет сходил. Там просто вижу что-то зелененькое такое. А, и его, его тошнит. Офигеть. Точно, это какаха там. И его истошнило. Блин, прикольно. Слушай, здорово. Не успеете глаза моргнуть, а я уже там. Еще одно нововведение получается, это то, что герои реагируют на заболевания как-то. Интересно, а что сегодня на... Сейчас бы стакан холодной воды. Блин, у Васи не проходит заболевание. Не знаю, может, хижину нужно построить? Давайте построим, попробуем. Мусора недостаточно. Что нужно? Отправим за я мусором кого-нибудь. Если бы я мог вернуться в прошлое, все до такого дошло. Не Гитлера, а Эйнштейна.
Ну. Никогда бы не подумал, что буду мечтать о хлебе. Так, Тамерлан нас пошел, значит, за этим. А Нора. Не все нормально. Вася меня беспокоит. Давайте мы ему прокачаем, не знаю, реген, что ли. Уже иду. Так, пусть Нора тоже сходит тогда, поищет ресурсы. Если бы я мог вернуться хорошим. Слушаю. Никогда бы не подумал, что буду мечтать о хлебе. Так, Марат, Вася. А, все, Вася у нас заболевание проходит. Отлично. Держать в страхе Так что целое давайте, ребятки, государство. вы улучшаете А лагерь потом еще снова. и ядер. У меня просто в голове не укладывается. Как же все до такого дошло? Так, Маратик, а ты знаешь, в чем? Я просто хочу проснуться в Давайте-ка мы, кровати. Марат, у нас будет Я просто строитель. хочу, чтобы это был сон. Так, строить вот. Бегом. А, Вася тогда пойдет у нас искать ресы. Словно ветер. Да блин. Там еще кто-то идет. Блин, я не успеваю за всем следить. Заразы. Враг на прицеле. На тебе, летающая смерть. Так, Марат, чинить. Чинить срочно. Как-то мои ребята не Что? помирают пока. Вроде все живы Если. еще. Боже, за что ты так с нами? Что нужно? А, интересно, смогу ли я все-таки построить хоть что-нибудь? Успею ли? Не, ну вот это с трейдерством, это полный попадос, прям это, считай, полчаса игры на вылет. Неприятная ситуация. Я просто хочу проснуться в кровати. Я просто хочу, чтобы это был сон. Ну, давай улучшить. Блин, не хватает. 48 не хватает. Ну-ка. Если Бог и Так, Марат, существует сейчас, вперед, защищать. я уничтожу нашего врага. Быстрый, как вспышка. Наверное, давайте мы ему дадим оружие получше. Врагу Потому что там конец. идут опасные ребята. И лучше их пока ваншотить. Лечу. Вот, Выдвигаюсь. отлично. Теперь мне нужен склад получше. Не поминайте лихом.
Долго ждать не придется. Починим туалет. А, его нельзя почему-то починить. Странно. Не успеете соскучиться. Мне точно нужно туда идти. Туалет почему-то не чинится. Видимо, Марат очень голодный. Его прям тянет в столовку. Так, почему, интересно? Давайте посмотрим. Вроде у него все нормально. И по пище, и по воде. Бегом. А, вот, теперь чинит. Смотрите, ему надо было поесть, короче. Ну правильно, кто же голодным-то работает? Никогда бы не подумал, что буду мечтать о хлебе. Так, навыки. Давай мы тебе строительство будем прям вкачивать. Марат у нас будет главный постройки. Меня прикалывает, как они насвистывают в туалете. Это прям так мило. Так, улучшить. Нам нужна максималка 4000, но пока у нас столько нет. А теперь тоже нет. Да ладно, это сколько складов-то мне нужно в итоге? У меня просто в голове не укладывается. Как же все до такого дошло? Так, как мои ребята Боже. Там? У Васи все хорошо, у Норы все хорошо, у Тамерлана все отлично. Так что Марат пока пусть работает. А нужно еще 3700 мусора. Блин. Кто бы мог подумать, что ядерное оружие может быть опасно. Да, это будет долго, поэтому пусть пока Марат походит еще покачается, что ли. Убивает всяких тварей. Иду в бой. Блин, а далеко стреляет эта винтовочка у него, я вам скажу. Очень далеко. Вот смотрите, расстояние, да, какое громадное. Оп, и все, и убил. Круто. Что-то хотели. Так, Марат, давай. Ты поймешь, что нужно идти строить? А, он должен находиться прямо в малой зоне ответственности. Понял. Слушай, ох, 3300. 3300. Блин, это очень много. Прям капец много. Давайте, что ли, не знаю, построим пока обычную какую-нибудь турельку. Вон, огнемет сейчас бахнем. Или парочку мин бахнем. Кстати, эти ребята будут очень долго собирать эти 3000. Даже с учетом лапки. Держать в страхе целое государство. А потом еще ядерную войну развязать. Слушаю. Ну да, долго. И если я сейчас пошлю Марата, это не сильно изменит ситуацию на самом деле. Так, ну-ка все домой. Там пожрать, кому надо.
Так, сколько не хватает? Уже 2900 не хватает. Ну, уже лучше. Уже получше. А, получается, сейчас все мои ребятишки сюда прибегут и начнут собирать уже вблизи ближайших окрестностях мусор. Словно ветер. Будут прокачивать себе обезьянью лапку. Хотя, а у всех есть интересно, винтовка? Что сегодня на обед? Не у всех. Жареная плоть мертвецов. А, нет, вот оружие есть какое-то. Тоже есть оружие. Что-то Тамерлану плохо как-то, смотрите, он умирает. Почему? Вроде все есть. Что у него не так? Может, по здоровью что-то? Нет, по здоровью тоже. Возможно, из-за температуры. У меня просто в голове не укладывается. Как же все до такого дошло? Так, пацаны, там враг. Сейчас. Что нужно? Блин, кто там обгадился? Идиоты. Туалет же рядом. Вот не хватает. У меня просто интересно, а что сегодня? Блин, пойдем. Иди домой. Вася. Я вас внимательно слушаю. Так, навык обезьяна. Так, это Мерлану, вернее, Марату строительство. Да блин, Нора. Кто бы мог подумать, что ядерное оружие может быть опасно. Что с Норой, не так вопрос. Иди собери свое. Ой, прикольно. Во, нормально. Никогда нельзя терять оптимизма. Особенно сейчас. Так, вас внимательно слушаю. Брательники. Маратец, давай мы тебе еще раз вкачаем. Строительство, а все остальные у меня сейчас пойдут искать. Да что ты так с нами? И как только этого психа так долго терпели? Блин, Вася. Одна нога тут, другая там. Вали домой. Марат, нападение крысы. Молодец, красава. Ну, как-то так. Блин, мне нужен пятый, наверное, человек, чтобы они по-быренькому все это собирали. Потому что еще целых 3000. 3000, блин, собирать. Рехнуться. Так, Нора, навык. Главное еще никого из них не потерять бы. Вот это было бы неплохо. Сейчас бы стакан холодной воды. Так, Маратец. Не успеете глаза моргнуть. Ну, наверное, иди собери что-нибудь, не знаю.
Тоже металл пособирай. Я еще не совсем понимаю показатели выносливости, на что он работает, но на что-то должен. Верно? Иду в бой. Скоро буду. Так, как там Вася себя чувствует? Ну так себе. Лечись. И заодно мы тебе навыков качаем. Я только не пойму, какой максимальный этот навык может быть. По-моему, нигде не написано. Никогда нельзя терять оптимизм, особенно сейчас. Новый предмет — трубы. А для чего они? Для крафта этого, что ли, мотоцикла? Интересно, а что сегодня на обед? Толченый кактус или жареная плоть мертвецов? Марат, приперся. Типа, как это без меня, стройка? Блин, 2300 не хватает, да чтоб тебя. Одна нога тут, другая там. Ну так, хотя бы поиграем немножко. Заодно баги поищем. Ну вот баг с, получается, со строителем, и баг с тем, что иногда, иногда почему-то я не могу выделять, когда персонажа выбрал, почему-то не дают снова выбирать. Это странно. О, я знаю, Марат у нас воду пойдет пособирает. У нас воды не так уж и много. Человек рядом. Ну-ка, стоять. Как Марат. Человек. Человек — это Марат. Да, тут нужна прям такая огромная армия, чтобы ходили и собирали мусор по окрестностям. Наум у нас теперь в гостях. Че? И как только этого психа так долго терпели? Так, навыки, навыки, навыки. Обезьянка. Как же хочется есть. Так, а на уму мы вкачаем здоровье. Реген у него есть, поэтому здоровье. Держать в страхе целое государство. Так, Нора. Нора, Нора, Нора. Обезьяна. Ого, смотрите, сколько здесь... металла всякого. Круто. Это много. И кто бы мог подумать, что нужно дать Науму оружие, и пусть идет собирает воду.
О, а тем временем нас уже почти 1000. Слушаю. Что? Сделаю. Что нужно? Так, я не понял, Марат, ты работаешь, нет? Работает потихоньку. Не могу поверить. Так, как там у моих дела? Вроде все живы. Хорошо. Частые проблемы. Так, Наум у нас воду собирает, молодчик. А, не хватает 1000 мусора. Блин, всего-то какой-то сраной 1000. А, надеюсь, что скоро я смогу построить то, что хочу. Я разберусь с этим. Врагу конец. Так. Поучим Наума стрелять немножко. Врагу конец. Не видно, что это, ну ладно. А по монстр тентакль. Так, Наум, воду собирать. И кто бы мог подумать, что ядерное оружие может быть. Марат, ты знаешь, чем заняться? Блин, осталось ну прям чуть-чуть. Ребятушки, давайте. 760 осталось. Мне точно нужно... Я быстро. Словно ветер. Посмотрим, как если там у них дела. Существует, что нужно. Так, Вася. Что у тебя по навыкам, Вася? Нормально, вроде не умирает пока что. Если бог и существует, то он либо не следит за нашей планетой. Так, у Норы все нормально. У этого тоже нормально. Но вообще их надо отправить на базу, пусть они передохнут. Более ночь. Ладно. Взял координат, цель принята. Враг на прицеле. Блин, Марат. Марат, стой. Какого фига ты сражаешься руками? Я разберусь с этим. Да, тут уж. Тут кто-то жрет что-то. Не вижу. А, зомби обычный. Но лучше его убить. Бегом, миссия уничтожения. Так, все, все на базу. Все на базу. А Марат займется строительством. Чуть-чуть не хватило мусора, прям капелюшку. А, на ум. Давай тебе вкачаем обезьянку. Тамерлан еле живой приполз. Остальные вроде тоже как бегут. Смотрите, смотрите, сколько всего. Мне кажется, слишком часто выводится. Или они как-то дублируются, там типа, новое сообщение появляется, они все повторяются. Не знаю, но очень сильно засоряет экран, мне кажется. И вот опять я не могу выделить, смотри. Опять не могу выделить, странно. Словно ветер.
Так. Мне точно нужно туда идти. Чувакин, Нора умирает. Нору спасайте. А я уже там. Тамерлан, нет, нет. Хочу. Хватит, хватит. Одна что нога ты делаешь? Там. Ладно, бегом. Иди в туалете посиди, Тамерланчик. Как же хочется есть. Еще один засранец, блин, да что у вас? Долго ждать не придется, уже иду. Быстрый как вспышка. Так, нам сказали добро пожаловать, типа в пятый день. Супер. Уже бегу. Мне кажется, им нужно построить еще один туалет. У меня такое ощущение, что им он нужен. Они всякие... Небо сейчас холодный душ. Они какие-то все покоцанные, блин. Что не так? Что нужно? Никогда бы не подумал, что буду мечтать о хлебе. Держать в страхе. Так, еще один. Просто в голове не укладывается. А потом еще ядерного все до такого дошло. Если бог и существ ублюдок. Марат. Планетой, либо он жаждет безумств. Марат, ты сюда, а остальные пойдут забирать. В принципе, если выживет один Марат, будет не так страшно. Будет хотя бы один человек. И кто бы мог подумать, что ядерное оружие может быть опасно. Вперед. Где вражина? Далеко. Но мы его достанем. Блин, а у меня же была еще одна дальнострелка. Во. Почему пусто? Пригодится. У них патроны, что ли, надо? Я не понимаю, почему. Я быстро. У меня почему-то нет оружия больше. Не могу выбрать. Я вас внимательно слушаю. Странно. Долго ждать не придется. Ну ладно. Уже бегу. Так, ну что, можем достроить-то наконец-таки? Не могу, лечу. Давай, Марат, покажи, что ты можешь. Есть, все, база третьего уровня. Молодец, Марат. И теперь мы с тобой, значит, будем строить новые туррели. Давай вот здесь лазерную бахнем. Ну ладно, сначала ее построй, потом ракетку построим. Просто в голове не укладывается. Как же все до такого дошло? Так, все на базу. Кстати, смотрите, у меня теперь название появилось канала вот здесь на входе. Мило. Мне нравится. Цель принята. Так, подожди, Марат, у тебя оружия нет, куда ты пошел? Если так нужно, сделаю. Пусть Вася убьет его. Я разберусь с этим. Голод меняет людей. А, у Васи тоже оружие пропало. Оно ломается, что ли, со временем? Пойдем. Мне точно нужно туда идти. Ракетка 1000 стоит? Опа, вы видели выстрел? Да ладно. Прям такой хоп, маленькая линия пролетела и все, его размазало. А, неплохо. Очень даже неплохо. Так, ну я надеюсь, мои ребятки соберут сейчас 1000 всякого мусора.
Интересно, а что сегодня на обед? Толченый кактус или жареная плоть мертвеца? Давайте Вася им поможет. Никогда бы не... Не поминайте лихом. Мне точно нужно туда идти. А Марат построит ракетницу. Осталось-то всего-то 280, но это мы быстро накопим сейчас. Ну-ка, что она из себя представляет вообще? Похоже, знаете, на большой... как это назвать? Не прицел, а за звездами наблюдает. Я забыл, как называется эта штука. Ой, совсем стар стал. Ну, короче, чтобы наблюдать за звездами. Все, есть контакт. Ракетницу строим. А вот и наша ракетница. Бегом, не поминайте лихом. Блин, на закате их будет лучше видно. Сейчас как-то они не очень смотрятся. Но на закате, я уверен, будет круто. Можем тогда еще одну накопить на одну турельку, пока не стемнеет. Так, а у нас где-то же должен быть осветительный прибор. Ну-ка, давайте мы его найдем и построим. Так, Марат. Строить. Вот, осветительный прибор. Мы его бахнем где-нибудь вот... Вот здесь. И вот здесь. Если Бог и существует, то он либо не следит за нашей планетой, либо он жаждет безумств. И турельку. Все, шикарно. И как только этого психа так долго терпели? Так, 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 так. Может... Во! Видали, как она сейчас бахнула, ракетка? Интересно, а что сегодня на обед? Толченый кактус или жареная плоть мертвецов? Ну, и давайте уже для пущего этого огнемет. Все. Эту турели у нас теперь будут. Мистер Марат, молодец. Долго ждать не придется. Словно ведь, мне точно нужно туда идти. Так, все, сделал я, короче, фоточки. Ну, уже вечера дожидаться не буду, вернее, ночи. Поэтому закончу на этом. На всякий случай сохранимся. Так, да, выполнил все делики, отлично. Все, товарищи, я на этом с вами прощаюсь. Будем следить дальше за развитием событий, за развитием проекта. Там еще скоро должен быть у студии... релиз новой игры. Я все жду ее обозреть. Вот, надеюсь, скоро выйдет. Все, всем пока, всем хорошего настроения и arrivederci. Интересно, как вообще эти психи приходят к власти?